случилась у меня проблема с машиной. Неприятность. Вот этот датчик. Датчик двигателя. Он у меня снова загорелся. Этот датчик уже у меня горел. Где-то в середине зимы, может, в декабре, он загорелся. Я сразу испугалась, думаю, датчик двигателя, так серьезно. Поехала по сервисам. Все были заняты. В итоге нашла один сервис. Попросила сделать мне диагностику. Сделали диагностику. Выявили, что проблема в катушке зажигания. Ладно, катушка зажигания. Хорошо. Говорят, давайте поменяем. Хорошо, давайте менять. Стоило она в районе 1000, плюс диагностика 1000. Обошлось мне все это в 2000. Все, поменяли, датчик погас. Хорошо. Приезжаю домой, на следующий день еду по делам, завожу машину, датчик снова загорается. Дела откладываю, еду снова в этот сервис, говорю, вот, вы мне катушку поменяли, а датчик снова горит, значит, что-то не то. Они говорят, сейчас сделаем диагностику. Поставили машину на диагностику, колдовали над ней, колдовали. В итоге я смотрю, там несколько человек за капотом стоят и думают, что делать. Приходит ко мне мастер, говорит, в общем, мы поменяли, перекинули провода на свечах, и датчик погас. Я говорю, ну, тогда, наверное, дело не в катушке было. Он говорит, ну как, мы вот сделали диагностику, и диагностика показала, что первая проблема в катушке, может, там что-то сбоило, а сейчас... Ну, короче, понятно, что девушку обманули. Ну, ладно, перекинули провода, здорово. Датчик не горел у меня 2 месяца, сейчас снова загорел. Я вот сижу и думаю, может, мне снова провода эти перекинуть, проблема решится. И думаю, может, самой как-то перекинуть эти провода, может, это не сложно. Еще в интернете не смотрела, думаю, может, посмотрю и сама перекину провода. Что думаете? Прям в сервис ехать, снова диагностику делать, не знаю, мне кажется, это то же самое, может, что-то замкнуло. Можно действительно перекинуть провода, все будет хорошо. Двигатель работает нормально. Заправляюсь на одной и той же заправке. То есть грешить на заправку, на топливо, не знаю. Да, расход топлива тот же. Ну что, может, перекину провода сама. Интересно.